Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о трагедии на проспекте Победы. Слева он выбежал, вот где переход начинается отсюда. Пожилой мужчина погиб под колесами, перебегая дорогу под надземным переходом. Покажем, как на станции Юдина товарные вагоны сошли с рельсов. И какой приговор вынес суд руководителям фирмы за гибель троих рабочих? Вину признаете? Я себя признаю. Полностью, да? Полностью. Строительный подъемник, в котором находились 5 человек, сорвался вниз с 7-го этажа. Это и не только. Прямо сейчас. 60-летний мужчина вечером погиб под колесами «Шкоды Кадиллак» на проспекте Победы. Он перебегал дорогу в неположенном месте, к тому же прямо под надземным переходом. Поэтому водитель никак не ожидал появления на проезжей части пешехода. Нафиса Минязова была на месте трагедии. Я ехал по своей полосе. А он с какой стороны выбегал? Справа? Так справа. Слева он выбежал. Вот где переход начинается оттуда. 39-летний водитель «Шкоды» уверяет, правил не нарушал и скорость не превышал. Ехал по второй полосе. Но когда доехал до надземного пешеходного перехода, на дорогу вдруг выбежал человек. Среагировать водитель не успел. Избил 60-летнего мужчину левой стороной автомобиля. Пешеход тут же упал на асфальт. Когда к нему подбежали, он уже не дышал. Это то самое трагичное место удара, где пешеход попадает под колеса иномарки. А мужчина, решив перейти дорогу там, где делать этого категорически нельзя, совершил роковую ошибку. Это несмотря на то, что надземный пешеходный переход находится рядом. Освещение на данном участке хорошее. Заметить пешехода возможность была, но водитель просто не ожидал появления человека на проезжей части практически прямо под переходом. Фармацевт ближайшей аптеки узнала погибшего. Она рассказала автоинспекторам, что несколько минут назад он заходил и купил 4 бутылочки муравьиного спирта. При себе же у него нашли только одну. Также очевидцы рассказали, что погибший был в компании еще 2 мужчин. После того, как его сбил автомобиль, его спутники поспешили уйти. Со слов водителя, водитель двигался с разрешенной скоростью. Степень вины участников происшествия будет установлена после следственных действий. По факту смертельного наезда, вероятно, будет возбуждено уголовное дело, и уже в рамках расследования будет установлена степень вины как пешехода, так и водителя. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, «Вызов 112». Через 7 минут после этой трагедии в Альметьевском районе на трассе Альметьевск-Казнакаево под колесами «Лады Гранта» погиб 61-летний мужчина. 35-летний водитель легковушки, по предварительной версии автоинспекторов, на темной трассе не выбрал безопасную скорость, не заметил пешехода, который шел в попутном направлении, и сбил человека. Он скончался на месте. На одежде погибшего мужчины не было светоотражающих элементов. Сегодня Зеленодольский городской суд почти на 2 месяца арестовал 3 подростков, подозреваемых в жестоком убийстве 35-летнего водителя такси. Напомним, мужчина пропал вечером 27 сентября. На следующий день его тело с ушибами и ссадинами головы было обнаружено в багажнике его машины. По подозрению были задержаны 3 подростков. Им от 15 до 17 лет. Подозреваемым предъявлено обвинение по 2 статьям – убийство и разбой. Под стражей они будут находиться до 28 ноября 2020 года. Прокуратура вынесла представление в адрес руководителя образовательных учреждений, где обучались фигуранты дела, и потребовала усилить профилактическую работу, а также устранить причины, которые способствовали совершению преступления. Один человек пострадал в результате лобового столкновения «Лады» 8-й модели и «Тойоты Land Cruiser» на улице Воровского. По словам очевидцев, водитель отечественной машины выехал на встречную полосу, где и протаранил внедорожник. Кто пострадал и какие травмы получил, расскажет Алсу Ахмедзянова. Кто нарушил, по-вашему? Я не помню. Вы головой ударились? Ну, видимо, так, потому что я не помню. То же самое 18-летний водитель отечественной машины рассказал и второму участнику аварии. Плохое самочувствие, по его мнению, и могло стать причиной его выезда на встречную полосу. Но он от медиков вышел, и он сказал, что этот момент он не помнит. Я говорю, что сознание потерял, он говорит, да. Молодого человека с подозрением на черепно-мозговую травму госпитализировали медики. Позднее у него диагностировали подкожную гематому височной области. Очевидцы рассказали, что «Лада» и «Тойота» ехали навстречу друг другу по улице Воровского. По словам водителей иномарки, отечественная машина неожиданно появилась на его полосе. Как-то среагировать на такой маневр он не успел. Удар был лобовым. Другие мужики вытаскивали с машины. Ну, вроде как не очень. Понятно. Вы один в машине были? Нет. Кто еще был? Не пострадал никто? Нет, все нормально. Причины выезда водителя «Лады» на встречную полосу будут выяснять на детальном разборе в ГИБДД. Алсу Ахмедзянова, Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин. «Вызов 112».
БМВ врезалась в «Опель» на Мамадышском тракте. В результате удара женщина, сидевшая за рулем «Опеля», была вынуждена обратиться к медикам за помощью. Но после осмотра в больницу уехать она отказалась, несмотря на то, что жаловалась на боли в голове. Два товарных вагона сегодня рано утром сошли с рельсов на станции Юдина. Один из них развернуло практически перпендикулярно движению. Он перегородил сразу двое путей. С подробностями Алия Хайрудинова. Вагоны сошли с рельсов почти в 4 часа утра. Один из них развернуло практически перпендикулярно движению. Наибольшие повреждения получили колесные пары. На место происшествия выезжал заместитель татарского транспортного прокурора. Транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Вагоны были пустые, они сошли с рельсов на маневровых путях, поэтому происшествие никак не отразилось на движении поездов. К слову, это уже не первый случай схода вагонов в Юдино в этом году. 5 марта там сошли с рельсов сразу 6 вагонов грузового поезда. Тогда также никто не пострадал, но материальный ущерб составил 8 миллионов рублей. Следователи пришли к выводу, что тогда ЧП произошло по вине машиниста тепловоза. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности. Согласно уголовному делу, он не точно выполнил задание, не следил за подаваемыми сигналами и не обеспечил безопасность при маневрах. Уголовный дело было направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Алия Хайрудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Сегодня Советский суд Казани вынес приговор директору фирмы «Казанский фасад» Альфире Аюповой и руководителю проекта Дмитрию Левакову. Суд установил, что по их вине 5 марта во время работ в строящемся доме люлька-подъемника, в которой находились 5 рабочих, сорвалась с высоты. 3 человека в результате погибли, 2 получили тяжелые травмы. Айгуль Бадрудинова продолжит. Мы сейчас не в состоянии. Вы подумайте, когда погибли, и что-то говорить. До начала заседания потерпевшие о своей позиции рассказывать не хотели. Говорят, тяжело, и примут любое решение суда. На скамье подсудимых 2 человека. Директор фирмы Альфира Аюпова и руководитель проекта Дмитрий Леваков. Следствие доказало, что именно по их вине 5 марта этого года во время отделочных работ высотного дома сорвалась люлька, в которой находились 5 человек. Между 6-м и 7-м этажами оборвался канат. Один человек смог зацепиться за люльку и залезть в окно дома. 4 упали на железобетонный фундамент. 3 погибли. 1 чудом выжил. Потерпевшие Латыпов, Саранов и Исинов получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. А Горевзянов и Ольхов – телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью. Следствие установило, что нарушения были на каждом шагу. Все 5 человек не имели предохранительных поясов, вследствие чего не пристегнулись с помощью них к периметру ограждения рабочей платформы. В неисправном состоянии находился и сам подъемник. К тому же выдержать он мог только 3 человек, но рабочие об этом могли и не знать. Как доказали в суде, у них не было допусков к таким работам. К тому же они не были официально оформлены на работу. По словам представителя потерпевших, подсудимые, сами не имеющие образование в области промышленной безопасности, пытались задним числом устранить нарушения. Были поддельные, значит, договора, якобы они, значит, сами не работали, а, значит, по договору подряд работали якобы. Ну, спасибо Следственному комитету, они установили, что действительно они там длительными работали, были приняты на работу. Вину признаете? Я свою признаю. Полностью, да? Полностью. Видимо, под тяжестью собранных следователями доказательств подсудимые не только полностью признали вину, но и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевшие были не против. Потерпевшие, встаньте, пожалуйста. Согласны принять свидетельство, встаньте в особом порядке? Да. Все согласны. В этом случае подсудимые полностью признают вину, но максимальным приговор быть уже не может. К слову, статья предусматривала до 7 лет лишения свободы. Но потерпевшие на это были согласны. Еще до заседания Альфира Аюпова возместила им ущерб, перечислив в общей сложности 6 миллионов рублей на троих. Получили 2 миллиона? Да, получили. Второй подсудимый, по уверениям представителя потерпевших, свою вину никак загладить не пытался. В итоге суд назначил каждому по 3 года лишения свободы условно. А Дмитрий Леваков еще должен будет выплатить по 500 тысяч рублей каждому из потерпевших. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.